стал готовить на моей любимой посуде iCook. Здесь уже я готовлю без жира, без масла и даже без воды. Все это будет готовиться в собственном соку. Итак, сегодня я ставлю уже сотейник на газ. Сегодня я буду готовить куриное филе с овощами. Итак, начинаем. Итак, мы кладем филе на разогретую сковороду. Кстати, посмотрите, как это все у нас прилипнет первоначально. Обычно я готовлю это на большом сотейнике, но сегодня нам достаточно будет маленький. Так я закрываю крышкой для того, чтобы все это дало у нас мясо сок. И делаю потом средний огонь. Ждем, пока у нас мясо пустит сок. Посмотрите, у нас уже появились капельки, крышка свободно прокручивается. Это значит, что получается гидрозатвор между крышкой и между кастрюлей. Получился такой вот замок. И теперь уже все будет вариться в собственном соку. Давайте откроем крышку и посмотрим, что же произошло. Итак, у нас здесь очень все свободненько отходит. Мясо пустило в сок. Ничего не прилипло. И мы добавим сюда соевый соус. Будем готовить без масла. Для вкуса добавим соевый соус. Солить мы тоже ничего не будем. И так как куриное филе, оно готовится, ему нужно мало времени, то мы сразу тоже добавим овощи. Итак, кабачок мы добавляем. Очень вкусно получается кабачок, очень вкусно. Сюда я добавила перчик, нарезала красный, помидор, лучок и морковка. Без всяких проблем. Ничего у нас не пригорит, оставит. Цвет останется такой же. Сохранятся все витаминчики. Мы закрываем, опять же, крышку. Делаем средний огонь. Ждем, когда крышка опять у нас запрыгает. Сейчас, видите, это твердое все, не прокручивается. Когда крышка у нас опять, скажем так, запрыгает, будет прокручиваться, то мы опять убавим огонь и будем на очень низкой температуре все это. Итак, прошло полчаса. Смотрите, сколько жидкости у нас здесь. Абсолютно мы не добавляли воду. Овощи все это пустили в свой собственный сок. Морковка осталась такого же цвета, помидорчик, перчик. Посмотрите, какая красота. Если вы хотите, можно еще 40 минут, кто-то вообще делает 15-20 минут. Я думаю, что уже все это овощи готовы. Я люблю, чтобы все это было очень таким тушененьким, проваренным. Поэтому я оставляю на 30-40 минут. Что ж, приятного аппетита!